смотрим дальше. А вот это вот совсем другое дело. Ага, видите, как я. Плохой, хороший, плохой, хороший. Плохой следователь, добрый следователь. Так, из косточек железа ВК, пишет Анатолий. Пишет не мне. Вишня молочная, третья весна. Вот мне вот это удивили слова. Третья весна. Неужели всего третья весна, и он уже это из моя косточка превратилась в пышный цветущий куст. Может быть, четвертая. Внимание. Зимой было минус 47, и метр снега. Вот это значит неубиваемая вещь. Весной откапывал абрикосы до земли после начала... Весной откапывал абрикосы до земли после начала таяния. Ну, наверное, правильно. Все-таки после... На первом месте идут абрикосы. Самые капризные на выпривание корневых шеек и основание штамба. После них идут груши, а после них идут вылочные вишни. Так что вы не зря откопали, зато вы теперь вишни найдите есть. Мне тут вопрос задали, самоплодные или нет. Я не знаю, как конкретно окажется, но моя самая первая вишня, когда заплодоносила, тут за километр не было ни одной вишни. Она почему-то была резко усыпана. Если бы решил по одному примеру, но я так с оговорками, ну, видимо, все-таки самоплодная. Но это еще не все. Я всегда с тоской, с тревогой смотрю за опалубкой. Когда он их делал, было понятно. Он приподнял ее, все правильно. Вот. Теперь опалубку надо срочно убирать. Почему? А если там ямка? Если это искусственная яма, сделанная вами? Ну, хорошо снег убрали, а сырость все равно там будет. Мне кажется, может я ошибаюсь, что опалубка в данном случае может повредить. Поэтому, раз вы меня слышите, прислали мне, или кто мне прислал, вот. Поэтому я задал вопрос, а не сгниет ли штамп?